не настолько богаты, блядь, чтобы у вас брачный договор был. Вы, блядь, там, я не знаю, миллионами, блядь, не банчите, блядь, и у вас там дом, блядь, не за 50 миллионов. Да, есть какие-то соболезнования, да, но вот это то, что, блядь, родители начинают, блядь, отжимать, ну, блядь, хуй его, блядь. Я вообще считаю, ребята, хуй... так, вот, послушайте меня, этот в браке ни разу не он, понятно, это. Хотя и он тоже может сказать, Понял? Понял. Скажу так, что... Не давайте, короче, свои отношения лезьте левым людям, нахуй. Левые люди для ваших отношений — это друзья, родственники, братья, там, свои родители. Это левые для вас. Ну, левые в том плане, то, что, ну... Мелко перебью тебя. Левые в том плане, то, что, типа, советчики, блядь, ну, да. Типа, советы. Ну, как ты сказал, то, что левые там родители. Нет. Но они не левые, я просто... Когда вы распишетесь, да, ну вы все, полноценный муж и жена, да, вы живете вместе, вы начинаете там, блядь, собственную жизнь, вы начинаете там выживать, там что-то, да. На первом плане у каждого там муж или жена, да, стоит. А потом уже родители, друзья и так далее, там, ну, по списку. Не надо, а некоторые просто стоят, да, говорят уж, вот у меня на первом месте родители. Ну, блядь, если ну, родители, тогда живи с родителями. Родители, и потом идет, нахуй, как говорится, семья, да. Ну, это семья. Я считаю, тоже это бред. Семья. Если ты обзавелся семьей, семья это уже просто твое первое место. Семья должна. Короче, нахуй, я курю. Семья должна проходить все трудности, нахуй, ёпта, семья. Муж и жена. Не зря же говорится, нахуй. И в бедности, и в радости. Там, муж, жена, одна сатана, ёпта. И не надо никогда не подпускать, нахуй, к своей семье никого. Вот поверьте мне, моему опыту, блядь. Вообще никому. Ни подруги там, блядь, допустим, жены там, ни родители. Если есть какие-то эти недосказанные какие-то моменты, нахуй, как вот Павел Воля, блядь, тогда сказал, охуенные слова он сказал. Если есть какие-то недосказанные моменты, надо решать их. Просто вот сели и решили. Вот. И не уходить никогда от проблемы, если она есть. Вот. Ну все. Не зря вы от нее. То есть с чего ты берешь то, что мы одни-то?